цел? Нет, ничего. Силов? Ничего. Здесь никого нет. Они никогда до сюда не доходят. Что? Возвращаемся в бункер. Давай, переждем бурю. Давай. И не расслабляться. Давай, зайдем внутрь. Время есть. Можно передохнуть. Потом нас пошлют разбирать облом. А зачем она им нужна? Что, радиовышка? Да. Она еще работает? Наверное. Ее охраняют днем и ночью. Отец, мать, если не желает, чтобы не побежать. Думаешь, у него есть связь с внешним миром? А почему тогда выживший никогда далеко не уходит? В смысле? Отец точно знает, когда придет новое судно. У нас всегда полно времени на подготовку. Значит, вышка заманивает сюда корабли. Дошло. Но зачем? Думаю, он пытается найти ее. Ключ. Ключ? Ты и вправду в это веришь? Ну, не знаю. Все, об этом нельзя говорить. Давай просто отдам. А? На помощь! Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг – выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней, но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Я разговаривал с жителями острова. А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных.
на связи. Рейс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Пожалуйста! Не надо, не надо! Тебе конец! Помогите! Плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит... И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. С мировым исследователем. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно буду известный археолог, доктор Уитмен. Брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты.
Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеются. Кажется, эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Ты умрешь!
Эдо. Монета отчеканена в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Этот бункер времен Второй мировой. Кажется, японский. Понятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Но так что мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес наше? Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя, что там решать? Кто не согласен, того в расход. Короче, мы здесь хозяева. С ними женщина. Отец, мать, я сам привел одну. Для обряда? Наверное, вечером узнаем.
Стекло вроде хрупкое. Никто не уйдет. Отчет экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов — два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведен узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдет много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Давай, сожги! Ты моя! Ты не отпусти!
Отец Матиас освободит нас. От чего? От острова? Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали. Высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Я наблюдал со скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависли над самой водой, как карающая длань, тянущаяся к одинокой, обреченной на гибель лодке. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Я специально следил за развитием событий, и так же внезапно все вдруг прекратилось. А что самое интересное, я уверен, все это не было случайностью. Тут чувствовался какой-то умысел. Не знаю, что происходит на этом острове, пока не знаю. Но если я надеюсь выбраться отсюда, то должен во всем разобраться. Пора браться за дело. Эта вышка заработана.
это солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Который выдавали снайперу второго класса в армии императорской Японии. Ха, иероглифы Канзи. Чье-то имя?
17 сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. Башня должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Нас выбросило на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, 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 это Лара Крофт Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеялись. Мы тоже.
Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. А я справлюсь. Спуск.